Сегодня делаем блок Феникс 5. Это Renault Clio 2000 год, 1.6. Заглючил иммобилайзер. Делаем этот блок с помощью щелкалки, так называемый Renault IMO Decoder. Значит, у нас сейчас первая ступень включена, то есть это где-то примерно часа полтора он его щелкает. И потом мы подключим на столе с помощью стенда и запустим его. Отломаем 37-ю ножку иммобилайзера, и машина будет без иммобилайзера заводиться. Вот подключение блока на столе. Вот инструкция к нашей щелкалке, к Renault IMO Decoder. Здесь все написано, с какими блоками работает. Назначение кнопок. Описание систем. Самое важное, проверить, какая система стоит на данном блоке. Тип 1 иммобилайзера или тип 2. Если мы включаем зажигание и лампа Check Engine 2 секунды горит, а затем начинает мигать, то это тип 2. То есть это можно просто вот включить первую позицию, и полтора часа она щелкает, и все отключается. Если она начинает мигать немедленно, то это тип 1. Тип 1 уже по-другому подключается. Тип 1, к типу 1 специально выдается вот такой декодер для раскодировки. Там надо будет считать вспышки, и подключаться он будет вот так вот. Это тип 1. Даже на Феникс 5 может быть тип 1. Попадались и такие. То есть не только Феникс 3, а еще и Феникс 5. То есть вот подключение у нас в зависимости от объема мотора, линия лампы неисправности меняется. 43-я это 1.6, 1.4, 26-я нога это 1.8, 2.3 литра. Ну и линия иммобилайзера соответственно, 37-я это 1.4, 1.6, и 35-я 1.8, 2 литра и 3 литра. Итак, прошло полтора часа. Так он в режиме, в первом стандартном, час 50 щелкает. Я думаю, что полтора часа достаточно. Останавливаем его. Все, и сейчас будем проверять. Для начала просто включим и подключим лампочку Check Engine. Если блок закодирован, то лампочка начнет мигать. Если блок раскодирован, то она будет просто гореть. Лампочка у нас просто горит. Сейчас подключим стенд и запустим с помощью стенда. Вот мы подключили наш стенд, и давайте запустим блок. Включаем питание. Главное реле у нас работало, и выбираем 60-2. Лампа по-прежнему горит, это означает, что иммобилайзер отключен. Если бы был включен, значит она бы мигала. Запускаем. Вот, пожалуйста. Зеленые это форсунки, красные это катушки. Все работает. Все, отдаем счастливым клиентам.